Друзья, всем доброе утро. У нас сегодня зима. Бетховен чуть-чуть выздоровел. У него был отит. Но еще, наверное, мы пока антибиотики колем и капаем в ушко. Но ему уже намного легче. Бетховен! Ко мне! А, это бегут. Несмотря на то, что Бетховена позвала, но есть друзья, которые быстрее, быстрее. Дашка! Дашка! Иди до Бетховена. Бетховен! А у нас вот здесь такая баба снеговая. Ну, чуть-чуть не получилось. Что сделаешь? Спешили, снег шел. Ой, ну зато погода, прелесть. Ой, вот все наше семейство в сборе. Разговариваю потихоньку, а все бегут ко мне. Они все такие любопытные. Бетховен это подружка Буся. Бусе 5 лет, Бетховену 13. А Дашке год. Дашка. Вот так вот. Дашка Бетховена боится. Потому что Бетховен здесь дедовщина. Бетховен взрослый, Дашке только год, Бетховену 13. Он ее гоняет. Но они уже чуть-чуть начинают дружить. Бетховен заболел. И теперь он не кусает Дашку. А с Бусей они друзья. Две подружки. Сонечко моє, дивись на мене. А, там. Да, да. Покажи личико, Буська. Буся, личико. А, давай лапку. Да, дай лапку, дай. Да. Молодец, девочка. Молодец, девочка моя. Хорошая девочка. Давай лапку. Ой, такие. Покажи, покажи, какая ты красавица.